Hello, my dear friends. This is Hooka channel in the English language. And we start now. Значит, здравствуйте, меня зовут Трёх, это Любовь Кальян Рок-н-ролл. У нас сегодня с вами обзорчик на Бруско Бит. Ребята из компании Бруско выпускают и электроночки, и жишки, и смеси для кальяна. И в очередной раз, добавив к своей линейке что-то новенькое, выпустили вот такие вот маленькие Бруско Бит. В чем соль? Тот же чай, 20 грамм в одной упаковочке, достал, забил, готово. Рекомендованная розничная цена, вы сейчас охуеете, 89 рублей. Если вот здесь не появилась сейчас ставка 89 рублей, напишите в комментариях, что Рома пидор. Вот, короче, 89 рублей за вот за забивку, получается, по факту. Для магазинов они сделали вот такие вот шоу-боксы. Открываешь, тут внутри все вот это вот, вот они вот лежат. Много вкусов, а у Бруско любители выпускать какие-нибудь сразу готовые миксы. Давайте быстренько по ним пробежимся. Вернем вот эту шоу-бокс на место. Что у нас с вами присутствует? Арбуз с киви и клубникой. Это что, рокет от мастхэва получается? А ананас, манго с клубникой. В целом справедливо. Ореховое печенье. Чизкейк у Бруско точно был клевый. И, наверное, я вот сейчас буду искать какие-то из вкусов и откладывать наиболее интересующие меня. Ореховое печенье хочется попробовать. Смузи из маракуйи и малины. Ну, скорее всего, будет фруктовенько-сладенько. Смузи из яблока и киви. Вот здесь скорее да, потому что воспроизвести хорошее яблоко, хорошее киви удается кому-то крайне редко. Возможно, будет интересно. Инжирное варенье. Если мне не изменяет память, я делал на Hook Club Show, когда они презентовали свой Бруско Бит, я к нему подходил, пробовал, мне казалось, что это клево. Посмотрим, это было просто впечатление или так и есть. Энергетик с манго. Ну, пока спорно, спорно. Цитрусовый чай. Чё-то все кричат, что прям разъеб. Что цитрусовый чай прям максимально разъебный. Давайте его тоже от всякий случай отложим. Куба Либре. Вот его я точно помню на Hook Club Show. Я его пробовал. Он был клевый, нестандартный. И мне тогда понравилось. Ягодный морс. Ну, может быть. Фейхоа с ягодами и маракуйей. То есть, ну, ребята крутят ягоды маракуйи сюда. Ягоды клубника сюда, сюда лимон. Прикольно. Удобно, знаешь, когда у тебя куча ароматов готовых. Ты такой, сейчас мы их... Киви с лимоном, кактусовый ананас и груша с бананом. Киви-лимон, кактусовый ананас, груша-банан. Блять, вот. Вроде, оно все фруктовое, вкусное. Вот груша с бананом, возможно. Вот я тоже думаю, что груша с бананом. Мы отобрали 5 ароматов, которые нас наиболее интересуют. Вот эти все... О, я знаю, что это. Что ты мне дашь за этот попыт? Добавляй. Согласен. Да. Спасибо. Все, забирай попыт. Ладно, давайте перейдем быстренько, отложим все вкусы. Быстренько перейдем к закладочке в чашечку их. Все очень просто, примитивно. Все та же суданская роза. Бля, ну пахнет разъебно. Взял прям... Вот у нее единственная проблема, вот ее хуй напушишь прям, чтобы это было... Такая же, достаточно жестковатая, но зато смотри, как удобно. Вот можно... Все. Все. Готово. Вот это прикольно. То есть, при учете, что розничная цена 180 рублей, ой, 180, 89 рублей, да, за один кальян. Вот, все, что я сделал, это шилом выложил. Готово получается. Тогда мы сейчас быстренько клепанем 5 чашечек. Я думаю, смотреть тут, ну, по забивкам-то и нечего. Что-то достал вилкой, переложил их шилом и готово. Давайте уже сразу загрузим угли, будем обсуждать, насколько это хорошо. Сижу я сейчас, смотрю информацию по Бруско Бит. И написано у ребят, что Strong линеечка это. То есть крепость только одна, крепкая. Сейчас у меня стоят 3 чашечки на прогреве. Одна в процессе раскуривания находится. Сказать, что это прям крепко, я не могу. Это я чувствую никотин. Вот здесь, если вы курите, например, медиум линейку Чебаки, то здесь, очевидно, крепче. Но при этом легче, чем Strong Чебаки. То есть я никотин чувствую, мне нормально, мне комфортно, но у меня нет ощущения, что я курю воздух. В целом прикольно.
По ощущениям, груша с бананом, я начал с нее. А почему этот аромат? Потому что грушу чаще всего воспроизводят плохо, и банан получается химоватый в целом в большинстве случаев. Здесь, по ощущениям, как будто аромки сыграли друг с другом и нейтрализовали химозность. Нет химозности, вкус мягкий, спокойный. Вслепую не факт бы, что я угадал, что это груша с бананом. И, ребята из Бруска, у меня к вам вопрос. Мы стоим тут, это все греем, оно... Короче, точно греется дольше, чем обычный Бруска, 100%. Потому что мы сидим и ждем, когда они мне платят, платят, платят. Нахуй мы это послушали. Это ты, чел. Справедливо. Я Джуси Цыган. Ладно, мы не будем заниматься инфо-цыганством. Короче, по жаропрочности, по ощущениям, Бруска что-то изменило, что стало греться дольше, потому что у меня чашечки где-то в касании, где-то без. Курица с никотинчиком, хорошо. Меня не то чтобы накуривает, я просто его ощущаю, что это крепче, чем обычный Бруска в том числе. Ничего, вкус, нормально. Это неплохо. То есть обычно я беру грушу или банан, это либо химозно, либо очень ацетоново. Это неплохо. Давайте перекинем быстренько уголечки мы на соседнюю, вот на последнюю. Я напоследок оставил ореховое печенье, потому что что-то мне подсказывает, что аромки там будет очень много, и мы потом после нее хер что почувствуем. Итак, теперь инжирное варенье. Что-то мне, почему-то я помню, что оно мне тогда... Это когда мимо тебя вот это в пробке проносится. Вот это вот. Вкусно. Это вкусно. Это прям хороший аромат. Инжирному варенью ставлю точно класс. Аромат приятный, интересный, насыщенный. Единственное, что меня смущает, не заебет ли он меня через 5 минут. То есть вот вкуса прям много. Если здесь он такой спокойный, мягкий, то здесь прям годненько. Мне нравится. Ребятам из Бруска ставлю класс за этот вкус. Точно хорошо. Да, это good. Инжирному варенью мы ставим... Я ставлю 4,5 из 5. Джуси цыганок, естественно. Переходим дальше. Инжирное варенье мы теперь оставляем вот здесь в стороночку. Пускай оно... Как говорят в наших краях, идет по пизде. И переходим к цитрусовому чаю. Уа-я! Это что за анаконда? Вот это вкусно. Это 5 из 5. Вот это прям 5 из 5 Джуси Цыган. Ставлю. Короче, у нас предлагаю ввести новую систему оценок. Ставить одного Джуси Цыгана до 5. Короче, цитрусовый чай мне многие написали в личку, что я обязательно должен попробовать, что это разъебченко. Да, это разъебченко. Официально заявляю. Меняю фамилию на разъебченко. Короче, вкус годный, очень интересный, яркая чайная основа, хорошая цитрусовая, при этом не банальная какая-то, типа там лимона. Очень хорошо сделано. Я не понимаю, что это за цитрус. Вот в чем прикол. Ощущение, что здесь все цитрусы сразу. Очень круто. Да, 5 Джуси Цыган из 5. Восторг. Ставлю, блядь. Вот как знал. Видишь, выбрал. Вот гений получается. Отставляем в стороночку. Дальше у нас смузи из яблока и киви. Тоже два таких аромата очень спорненьких, потому что частенько производители на них халтурят. И получается у вас либо ацетон, либо мыльцо. Нет, здесь я ставлю один Джуси Цыган из 5. Невкусно. Это даже больше горько, чем вкусно. Вкус пустой и горький. Вообще, Джуси Цыган 1 из 5. Даже не хочу дальше это курить, это невкусно. Вот этот аромат прям мне
не пошел, назовем это так. Не хочется мне совсем его, как это правильно сказать, разъебывать. Но курить вот это я не буду. И вот ореховое печенье, оно нагрелось меньше всех, поэтому мы, наверное, сейчас... О, не, нормально. Не, не нормально. Наебался. Короче, вот сейчас мы дораскурили ореховое печенье. Что я вам хочу сказать? Никотиновое насыщение я получил. То есть я такой, я чувствую, что я курю, вот я такой, я накуриваюсь. То есть мне не жестко, мне не крепко, но я накуриваюсь. Вот это приятно. Ты охуел там? Стой, держи фонарь. Можем переснять? Не-не-не. Please help me, I'm under the water. Обожаю. Короче, ореховое печенье. Вкуса много, десертный, много орехов, с легкой какой-то ванильное такое остаточное есть. То есть я бы не назвал это прям полноценным печеньем, но это яркие, хорошие орехи. Мягкие, спокойненькие, яркие, без химоты. Это хорошо. И поскольку мне кардинально не понравился смузи из киви и яблока, я совершил преступление. Вне кадра я сделал смузи из малины и маракуйи. Дадим смузи еще один шанс. Поэтому давайте проверим. О, а здесь вкусно. Приятная прохлада. Ну, прям вот фруктовый, хороший кальян обычный. Ничего супер вау я здесь не ждал. Просто проверить еще один вкус. Смузи из малины и маракуйи. Курица хорошо, приятно. Ставлю 3 джуси цыгана. Потому что мне не хватило интересности, но 3 стабильно, хорошо, вкусно. И вернем на место. Ох, ебатушки, что здесь произошло, дядя? Короче, сейчас я либо подохну, либо подохнет Рома, который заебется меня мертвого нести. Одно из двух. Мы все это время под колпачком на 4,25 прогревали инжирное печенье, чтобы... Печенье, варенье. Чтобы посмотреть, что с ним. Please help me. I'm under the water. Давайте еще въебем. Короче, оно перегревается. И вот на таком жаре это прям выше среднего, уверенно, крепко. Ромка не умирает. То есть, типа, она становится сильно ярче, вот до некомфортного ярче. Но я бы не сказал, что она при смерти. Я могу все еще это, я могу курить. Но становится до некомфортного ярко, вот переоромленность очень большая. Но я уверен, что я сейчас... Что я сейчас отъеду, блядь? Вот в чем я нахуй уверен. Давайте-ка быстренько выкурим всю вот эту дичь. Оно выживает, причем абсолютно комфортно выживает. Все, мы сбросили жар до 2 углей, мне опять снова комфортно и вкусно. Клево, это молодцы. Ребята из Бруска вот здесь молодцы, доработали. А Ромка здесь, по крайней мере, на бите не умирает. То есть она живет хорошо, она переорамливается, а потом возвращается в нужное русло. Итого, у нас есть 89 рублей за 20-граммовую забивку. Разнообразие из... Сколько здесь вкусов? 12-14 вкусов я вижу в бите разных, десертных, все в основном фруктовое, есть чайный, есть там энергетик. В целом, я считаю, что это неплохо. Вам нужно это попробовать, свои вот интересные вкусы, которые мне понравились, можете взять на заметочку. Ребятам из Бруска ставлю респектос, эволюция произошла. Продукт, вот это мне нравится даже больше, чем классика. Это, наверное, вот так. Вам спасибо, что посмотрели. И для вас у меня есть маленькая информация. Пишите любой комментарий с ссылкой на соцсети, и мы подарим вам Бруска Бокс большой, и вы сможете выиграть
бит, может быть, а может быть что-то еще. Короче, разыграем коробку от Бруска. С вас любой комментарий с ссылкой на свои соцсети. Один победитель забирает все ништячки. И вот теперь, как всегда, слушайте хорошую музыку, любите своих женщин и курите кальян. Пока-пока.